Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео по проекту без вложений Шара Тудей. Я сегодня заказала очередной вывод 1579. Пришел вывод инстантом, плюс 1564 Pair у нас берет комиссию. 17.04. Комментарий авто. И здесь комментарий, вот примечание авто. Значит, все замечательно, проект платит, все супер. Бонус я уже собрала. И у меня важная информация. Значит, вот здесь в группе ВКонтакте обязательно зайдите и все прочитайте. Запрещены мультиаккаунты. Они сделали, ну, администратор сделал чистку. Здесь еще плюс вот у меня в Telegram, на Telegram-канале. Значит, минималку поставили они опять 10 рублей. Так вот, значит, динамика покупки баннеров положительная, поэтому повысили с 80 копеек за клик до 1 рубля за клик. Так, повысили минималку на вывод до прежнего уровня, до 10 рублей. Так как сделал 3 рубля, чтобы протестировать и показать, что проект платит. И опять же, как бы 10 рублей. Вас настолько много, что пролетает иногда выплаты. Считаю, минималка невелика. Забанили все аккаунты, на которые заходили с одного IP. Мультиаккаунты запрещены. Если у вас пропали некоторые рефералы, значит, у них были мультиаккаунты. Восстанавливать их я не буду. Игра должна быть честной. Все должно быть в одинаковых условиях. И не создавать 20 аккаунтов каждый час. Ну, крутить их. Понятно с этим, да? Значит, делаю новость крайний раз. Вижу, никто не понимает. Удалили более 3000 мультиаккаунтов. Но это вообще, я не знаю, для чего это. К сожалению, были задеты и ни в чем не повинные люди. Сайт работает в бета-режиме. Такое случается. Я был вынужден это сделать, так как некоторые наглецы регистрировали по 10-40 аккаунтов и крутили кран без перерыва. Но это да, наглости надо набраться. Мы же не хотим закрыться из-за наглецов. Нет, не хотим. Открылись на долгие месяцы. Сегодня добавится мобильная версия. Значит, можно будет сработать с мобильного телефона. Плюс вывод на Киви и Яндекс. Возможно, сегодня начнут приходить письма счастья с 1 рублем. Это на Pair кошелек будут приходить. Аккаунт восстановить невозможно. Они не забанены, а удалены из базы. Можете создавать аккаунт с таким же логином и по вашей ревке продолжить заходить. Можете не создавать аккаунт и забыть о нашем проекте. Не заставляю сайт платить. Минималка от 10 рублей. Так, и приносим наши извинения за этот технический сбой. Вот. Ну, и не нужно писать личное сообщение. Совсем не поздно создать новый аккаунт и работать с нами дальше. Прошло 2 суток после старта. Вот такие вот новости. Ребят, заходите. Я знаю, у меня есть партнеры. ВКонтакт, в Телеграм. И надо проверять будет, я так понимаю, Pair кошелек, что будут приходить письма. Как бы, ну, с этим тоже надо будет как бы и разбираться. Вот. Вот, подскажите, письма куда будут приходить? Или в самом сайте будут? Так, на Pair кошелек 1 рубль с комментарием рекламным. Вот. Ну, в общем, будем проверять Pair кошелек. Проект хороший, не зря я зашла. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.